У современных школьников должно быть богатое и престижное портфолио. Участие в таком научном мероприятии межрегионального уровня, как харитоновские чтения, может стать значимым достижением для старшеклассников. В 2022 году чтения впервые прошли в онлайн-формате. В этом году у нас довольно необычный формат. Первый раз чтение проводится онлайн. Это было довольно необычно по сравнению с моим прошлым участием. Но, в принципе, новые технологии. Ольга Туряева, воспитанница объединения «Литошка». Вместе со своим руководителем, педагогом Дворца детского творчества Мариной Зубовой, девушка подготовила исследовательскую работу на тему Иосиф Бродский и современной рок-поэзии. Я изучала вопрос интертекстуальности, как отразилось творчество практически последнего советского классика на творчество современных рок-музыкантов. Несомненно, у Бродского были безумно интересные мысли, к которому рок-музыка с ее мятежным духом, вся эта революционная культура, естественно, обращалась и обращалась неоднократно. Умение анализировать и критиковать текст, знание литературных приемов, широкий кругозор появился у ребят благодаря занятиям в «Литошке». С этой наукой они давно на «ты». Возможно, в будущем кто-нибудь из этих юных писателей тоже примет участие в харитоновских чтениях. Ульяна Скородумова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей «Саров-24».